have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки и Рыжий Чонки. Стрей продолжается. Фига себе, я зашел. К такому меня жизнь не готовила. Я как-то... О, как я могу! Я вспомнил, да. Воспоминания возвращаются не только к роботу. Итак. Ты, чувак из Blade Runner. А почему тут ни с кем нельзя поговорить? Разыскивается Клементина, нарушитель порядка, аутсайдер, мятежник. Просьба сообщать, если увидите. Как мои вопросы сейчас были бы неуместны. А, вот это было бы прикол. Итак, я тебе уже 5 раз говорил, ешь, нельзя здесь бегать, это опасно. Эй, впервые вижу такого робота, ты такой пушистый. А можно я пока что не буду показывать им фотку? Пожалуйста, представьтесь, миротворец 22106. Или вы сотрудничаете с нами, или нам придется отвезти вас в тюрьму и перезагрузить. Пожалуйста, оставь меня в покое, я не тот, кого ты ищешь. Если тебе нужна Клементина, уверен, что она прячется в резиденции. В резиденции. Доступ к нижнему уровню ограничен в связи с угрозой органической жизни. Просьба держаться подальше от этого места. Угроза органической жизни? Угроза органической жизни? Погодите. Посмотрим сейчас со стороны, как тут и что тут. Тут же не зря это место. Смотрите, слева внизу можно что-то пробраться, посмотреть. Внизу какие-то небоскребы. Справа, вон, видите ведро, на котором мы сможем сюда приехать? Какой-то шорткат. Пока выглядит очень интересно. Сюда же можно. Нет? Это выглядело как да. С другой стороны, там вроде как ничего и нету. Ладно, мы нашли сонное место. Что тоже неплохо. Да нет же, давай сюда. Вот и вот сюда. Оу, дружище. Слышь? Слышишь, внизу? То прилив, то отлив. Город преследует меня, дразнит. О, Клементина? Да, мы с ней общались, но она хотела уйти. Она летала как на крыльях и улетела навсегда, а теперь она в розыске. Мне тяжело об этом говорить. Тс, слышишь? То прилив, то отлив.
Ну, тут у меня было ощущение, что это кто-то из из таких людей, ну, я их людьми называю, ладно, хорошо. Кто-то из таких чувачков, с которыми можно, давай вот так вот сделаем, поделиться, поговорить. Cat's best friend. Ачивка. Я не знаю, это потому что именно об него я потерся, или потому что я набрал просто определенное количество потирашек. Как бы это ни звучало. Сюда мы сможем приехать только. Тут сейчас нам делать нечего. Вот, а вот ты кто? Я с тобой тоже поговорить не могу. Клементина разыскивается. Да. Catwalk. Midtown. Это все та же территория, судя по... Эй, я ухожу на работу, пока. Что? Это... Пока, дорогой, осторожно со стражами. Они постоянно хватают всех без причины. Не переживай, детка, все будет хорошо. Блин, я только гавкнул в прошлой серии, что я не хочу, чтобы тут появлялись злые компаньоны, и тут вдруг есть стражи. А вы меня не впустите? Вы не здесь уходите на работу случайно? Я этот диалог послушал, и все. Так, ладно, теперь мы знаем, что со стражами... Ну, мы и до этого знали, что стражи не самые милые ребята, поэтому надо быть с ними аккуратней. Какой у вас классный диван. Можно, пожалуйста? Спасибо. Итак, дружище, что читаем? Вот я думаю, если завтра я заменю одну руку на другую... роботизированную руку, а послезавтра и вторую руку тоже, а потом корпус и так далее, пока не заменю все части и не обновлю программное обеспечение. Буду ли я тем же роботом, с которым ты сейчас разговариваешь? Привет, что ты мне показываешь? Куча людей, которых я не знаю. Думаю, они живут в огромном жилом здании дальше на окраине города. Делай с этим, что хочешь. Куча людей. Кстати, вот этот вот вопрос о том, сколько деталей можно поменять, чтобы остаться самим собой. Он поднимался не однажды, не одноразово в разных других философских трактатах. Где та граница, где ты остаешься собой? Сколько всего в себе можно поменять? Ну, в машине, в технике, всякое такое, чтобы она осталась такой же. Тут у нас больше ничего вроде нету. Вроде нету. Может, я не буду больше чекать плакат с Клементиной? Ну-ка. Горай. В корпорации НЕКО мы работаем день и ночь, собирая отходы и отправляя их вниз, где они перерабатываются и используются повторно. Кстати, мы же давно не получаем новостей от нижних этажей. Мне кажется, ему не стоит показывать. Пока я просто не уверен, кому стоит пока не, и кому нет, то я буду осторожничать. Прости, малыш, здесь нельзя играть. Завод корпорации НЕКО не место для такого маленького пушистика, как ты. Доступ закрыт, но это ненадолго. Через несколько лет мы снова откроемся. Ты же не побежишь за мной, надеюсь? Оп, я могу сюда запрыгнуть. А могу сюда, значит, могу и сюда. О, а зачем мне это? Стой, 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 стой. Нет, ну это же... Ну, наверное, просто так, но... Ладно. Подумаем потом, что с этим... Вот это выглядит очень многообещающе, знаете? Туда можно попасть. Стой. Возможно, я рано сдался.
Дело в том, что отсюда вот туда никак не попасть. Ладно. Не ушиби лапу. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Помните, кстати, деталь в начале? Я уже успел позабыть про нее. Так. Я занят. Чего ты хочешь? Нет, Блейзер. Не будет какой-то ачивки типа Solid Snake или что-нибудь такое? Место для пряток. Я не хочу, чтобы сейчас вдруг оказалось, что мне реально придется тут от кого-то прятаться. Давайте, давайте не надо. Я знаю, я сейчас вернусь. Просто я зашел в переулок сходу, а ну, нужно было бы пройтись посмотреть здесь. Ей, какой все цветастый. Опа! Это торговец-мошенник. Это торговец-мошенник. На днях продал мне бракованный аккумулятор. Теперь они притворяются, что не слышат меня каждый раз, когда я пытаюсь с ним поговорить. Если бы нас не стражи, несущий патруль, я бы его на запчасти разобрал. Так, перевести. 24-58. Стойте, ребят. Учитывая, что это 4 цифры, это вполне может быть паролем откуда-то, поэтому я лучше запишу. А! 24-58. Я что, только что записанный пароль неправильно? Нет, 24-58. А! Я понял. 85-42. 85-42. Я вам сейчас объясню, почему. Проверить значок. Получен новый предмет. Значок кота. Смотрите, в чем прикол. Меня сначала это немножко запутало. Здесь написано E-D-O-C, но C большая. Переверните это, прочитайте в обратную сторону, получится code 85-42. Прикольно, прикольно, спасибо. Так, это значит, эту запись можно удалять. Понадобилось гораздо быстрее, чем я думал. Но все ли это? Подождите. С продавцом я ничего сделать вроде как пока что не могу. Туда наверх я тоже не могу никак запрыгнуть. Нет. Тут только сейф. Пока что, по крайней мере, из того, что я вижу, только сейф. И все. Как я тут оказался? Ага, ага. Стоп, по-моему, я нашел. Нет, стой, 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 стой. Это должно быть где-то здесь. Не может быть, что я здесь зря. Но я отсюда никуда не могу приклеиться. Ни туда, ни туда. Могу сюда, могу сюда. Ни на конде не могу. Нет, стой, сюда. А, ну это... О, кафе. Смотрите, сколько тут мест, куда можно. Так,
Ладно. Здесь мы ничего не сделаем. Сюда. Опа! Если напротив... Ну, мы сюда тоже попадаем. Но нам вроде... Гляньте, это клавиатура. Ну, это какая-то бутафорская, наверное, клавиатура. Сюда не можем. Я просто настолько привык, что игра нас ведет по всяким таким интересным местам. Ох, как ты тут оказался. Вот, что теперь, когда мне предлагают, говорят, например, чувак, ты можешь тут запрыгнуть, но это ни к чему не приведет. Я не особо этому верю. Так, мы пришли оттуда. Проверили вот это, проверили вот это. Пойдемте в этот переулочек сходим. Телефон. Похоже, что один даже работает. Компьютеры. Постучаться я не могу. Очень много мест, которые мне кажется, что могли бы быть интерактивными, но они не интерактивны. Это был город в городе внизу. У меня там был друг по имени Фифи. Я его уже целую вечность не видел. Фифи. А мне кажется, что я помню. Оп. Зачем мне это? Привести. Объявление, если вы ищете собеседника, разбирающегося в поэзии, я живу за лифтом. Бонобот. Собеседника, разбирающегося в поэзии. Я понял. Раньше у меня был бар. Это было самое уютное место в округе. Или в округе. Пока не получил отверткой в колено. Теперь он закрыт. Меня раньше тоже вела дорога приключений, но потом мне прострелили колено. Отличная отсылочка. Это гениально. Может, этот парень мне и достает, но он мой единственный клиент. Пожалуйста, постарайся его не спугнуть. Он уже никуда не уйдет, у него отвертка в колене. Глак. Глак, глак, глак. Живу за лифтом. А где... Ух ты ж, ёлки и матрёшки! Так, стоп, мне сюда. Если здесь открыто, мне явно сюда. Это парикмахерская. Знаешь, Слиппи, работа есть работа, но не стоит ради неё терять голову. А, да, Клементина, она была здесь как-то раз. А почему ты спрашиваешь? Её адрес наоборот. Когда выйдешь из магазина, резиденция будет справа. Спасибо, полезно. Ой, какое странное чувство. Не стоит из-за этого терять голову, говоришь, да? О, бездельник. О! Это, по-моему, мечта каждого любого и любого живого и неживого существа, чтобы такое случилось. Посмотрим сейчас издалека, немножечко окинем взглядом. Ух, это огромнейшая зараза Лока. Просто, ну, больше, чем первая открытая локация. Тут у нас есть небольшие коридорчики, потом открытые локации. Небольшие коридорчики, потом локации. Так вот, у нас получается третья локация. Вторая была маленькая, первая была большая. Вот третья тоже здоровая.
Так, а что у нас тут? Я пытался скачать имбота, чтобы стать лучшим в этой игре, но в итоге получилось вредоносное, получил вредоносное ПО. Не знаю, почему, но сейчас все выглядит странным. У него лицо перевернуто. Классная фотография, кажется, я видел эту девушку раньше. Она искала информацию о всяких очень странных, старых машинах. Странно. Я освоил все игры, которые когда-либо существовали, но не могу понять, как это работает. Может быть, я не вижу в ней картины? Кажется, я видел эту девушку раньше, она искала... Это у нас стандартный ответ будет про Клементину. Просто мы до этого еще не видели стандартных ответов. Мы видели, ну, как бы, те, которые нам нужны были. Ладно, я не буду их забивать. Не знаю, Тони, мне почти все нравится. А, или почти все. Ну, нравится, а не нравится, значит все. Мой любимый напиток – масло, а твой мимут? Чего тебе налить, маленький сэр? Молока. В твоих маленьких глазах наш мир должно быть, кажется, огромным. Хотел бы я быть таким же крошечным, как ты, чтобы исследовать новые тайные места. Вот бармен точно может это знать. Кажется, видел эту девушку раньше, ясно. Не так ли? Ты у меня спрашиваешь, не так ли? С вот этим я поговорить не могу. Оп. Офигенное местечко, кстати. Подожди, тут что-то... Мне показалось, что тут что-то было. Что я здесь делаю? Нет, ну это не может быть просто так. Может быть? Ладно, но это крайне подозрительно. То есть, прикиньте, целый бар, тут есть целая задняя комната со стремяночками, с верхними полочками, но ничего нет. Вы бы поверили? Я вот не верю, например. Я тут все разваляю. А потом свалю. Какую-то веселую музычку им включил. Ладно. Бар обрыскан. Как плохо это не прозвучало сейчас. Так, ребят. Крут сейчас, да? Расслабься. Я думаю, ничего плохого с нами не случится. Вестит. Ну-ка. Диджей Мак. Матси, сегодня вечером в клубе Горо в квадрате. А это случайно... Подождите, если это то место, которое мне надо, я не хочу пока что заходить в то место, которое мне надо. Тут есть еще куча всего. К сожалению, магазин закрыт. Я жду парней службы доставки, но, похоже, они не торопятся. Парни из службы доставки. Там крутые шляпы. Справочник. Я нафиг заблудился. Это я в этот переулок заходил? Видимо, да. А до этого... Все, я понял, где...
Это огромное место. Вот, я заходил сюда, теперь можно бы порыскать здесь. Это коробка. Все, я понял. Здесь ничего, наверное. Так, вышибала. Клуб закрыт. Проваливай. Ясно, понятно. Зачем же так грубо? Клуб закрыт. Ну хорошо, допустим. Так, магазин одежды. Ты один из тех молодых панков, которые целыми днями слушают громкую музыку? Ничего не трогай, не шуми и не проси ничего в кредит. Ну, насчет ничего не трогай и честно не обещаю. Почему я не могу и задрать этот ковер? Так, какая-то надпись. О. Я с ним поговорить не могу, к сожалению. Выберите, что использовать. Погодите, я могу найти какую-то кассету сюда. Ну, грубо говоря, не кассету, что-нибудь другое. Гляньте, окошко. Опа! А зачем мне это? Причем назад я уже не могу. Ну, как бы и ладно. Воу-воу-воу-воу-воу. Смотрите, смотрите, что я нашел. Я нашел какой-то проход по крышам. Все не просто так. Я же говорил, это выглядит очень... Climbable. Карабкабельно. Но для чего я это все? Нет, ну я же это все для чего-то сделал. Погодите, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Но мне же... Сюда прыгнуть не могу, сюда не могу. Теоретически, может быть, сюда, но она мне ничего не даст. Вон местечко, видите, вот эта труба, по которой можно забраться. А зачем? Я думал, меня сейчас ждут тайны. Открытые окна. Ну что я здесь делаю? Это офигеть как странно. Я такой, опа, я нашел место, а оно вообще ни разу не это. Ну, то есть, согласитесь, это же... Тут котики. О, я не понимаю. Значок аутсайдеров. К черту, стражи, да здравствуют аутсайдеры. Угу.
И это даже не воспоминание. Так, ладно, попробуем запомнить этот тупичок и что тут есть подъем. Он идет через магазин одежды, если что. Вот сюда можно тоже забраться. Нет, дружище, стой. Как перевести? Резиденция, это верхняя магазинная улица, корпорация НЕКО. Я понял, резиденция это вон туда, куда я, в принципе, и думал, что я правильно попал. Так, оп, она так и оказалась. Допустим. А тут... Ага. Тут у нас типа проходная, не проходная. Ну там сидит этот робот патрульный. Туда нам нельзя. Это я вижу и так, спасибо. Вот здесь я смогу запрыгнуть на крышу чего-то, наверное. Прочь, кш-кш, прочь. Как бы меня тут не задавили. Так, я вижу где-то какие-то возможности, грубо говоря, но... Туда не допрыгну. Типа здесь я мог бы сейчас перепрыгнуть на крышу этого мотороллера. Знаешь, ну, дружище, держись подальше от стражей. Они такие жестокие, схватили моего приятеля Пабло, посадили на 350 лет, так что будь осторожней. О, Клементин, на твоем месте я бы и не искал. Когда стражи поймают, лишь вопрос времени. Ну, если будешь спрашивать и дальше, то в конце концов ты и найдешь, просто знаешь, что тебя ждут неприятности. Да я как бы понимаю. Я только что прошел мимо лифта, и на меня накричали стражи. В течение многих лет нам говорили, что поверхность непригодна для жизни. Мы просто принимаем это как факт. Но почему? Ну почему? Стой, что? Ежедневное меню. Сухой воздух и миска горячего масла высшего качества. Звучит пригодно. Оп. Могу я чем-нибудь помочь, шеф? Мэдби. Не можешь заплатить мне реальными деньгами? Реальными деньгами? У вас тут деньги есть? Типа торговля идет, значит, есть какой-то способ оплаты, я понимаю, но... Просто меня сейчас этот факт немножечко шокировал. Наверное, не стоило. Что? Фига себе заныканные воспоминания. Интересно наблюдать, как работает, как роботы имитируют работу повседневных людей. Здесь, похоже, продают бургеры и уличную еду. Я помню свое любимое место, куда я ходил, когда был человеком. Оно было маленьким и уютным, а официанта звали... Не помню, вроде бы как-то на М. Фига себе. То есть, чисто теоретически, учитывая, что они идут более-менее по порядку... А, вот это сейчас был грязный трюк. Учитывая, что воспоминания идут по порядку, значит, теоретически я где-то упустил два уже.
Но это место настолько огромно, я уверен, что я много чего упустил. Хотя я стараюсь найти какие-то пути проникновения и всякое такое, но... По-моему, с первого раза найти здесь все просто нереально. Хорошо. Пойдем сюда. Это у нас теоретически то место, которое нам нужно. Мы сейчас, может быть, даже встретим Клементину. Эй, тупица, мы тоже тебя видим. А, ты в камеру машешь. Удачи тебе. Ну-ка. Нам очень скучно с тех пор, как стражи установили камеры в резиденции. Угу. Это не наша кассета. Разве ты не знаешь, что воровать нехорошо? Куда тебя одну, но тебе придется кое-что сделать для, для танцора Дженма, Мика и меня. Стражи установили 3 камеры наблюдения, чтобы следить за нами. Нам это очень не нравится. Поможешь нам избавиться от них? Я понял. Кассету... Кассету где мы могли вставить? Я помню, был у нас бумбокс, в котором мы могли вставить кассету. Я примерно понял, что мне надо делать с камерами. В этой локации мы проведем прилично времени, я чувствую. Ну что, даже если они... Ну, я уже на данный момент не найду все воспоминания, но хотелось бы хотя бы сделать все квесты, потому что они тут очень интересные. А, это значки, которые я нацепляю на себя. Прикиньте, я только сейчас это заметил. Лицо, с которым вы пытаетесь связаться, временно недоступно. Тимми, хватит дурачиться. Я только сейчас понял, что это значки, которые я нацепляю на себя. У меня их 4. Тут музыкальный есть, просто он темный. Я их искал просто в менюшке, а они прям на мне нацеплены, эти значки. Круто. Тут ничего нету, наверное. Может быть. Может быть, да. Может быть, нет. Никто не знает. Итак, Лин. Что значит, ты забыл свой лист персонажа? Я потратил целую неделю на подготовку сеанса. Прости, я забыл, куда я его положил. Ладно, давай играть. Я пойду в ту пещеру со мной. Это типа... Dungeon and Dragons, что-то такое. Они на бумажке играют. Прикиньте, люди используют сейчас компьютер, чтобы играть эту игру, а они компьютеры, по сути, используют бумажку для того, чтобы играть в эту игру. Я нашел уже 2 коробки. 3 коробки. 4 коробки. Подождите, все квесты по боку. Тут в коробке можно прыгать. Знаете, чем качественные игры отличаются, например, от тех же самых игр от Ubisoft или что-то такое? Если бы это была игра от Ubisoft, мне бы сейчас сказали бы, вот тебе гонка на время, запрыгни в 4 коробки. Я хочу ачивку. Дайте мне ачивку. Шучу, так. Минус 1. Еще 2. А где они? Вижу. Оп. Тара-та-тарам. Ну-ка. Ну-ка. Это 2. А третья... Ну же, ребят, подскажите, где третья? Она на другом этаже вообще?
Я ее просто физически не вижу. А, вон она. О. Это вот отсюда, наверное, можно. Теперь сюда, ага. И вот сюда. Опа. Пойду сразу получу этот квест, ну, получу с него награду, потому что раз у нас все готово, почему бы и нет. Потом вернемся на этот этаж. Молодец, не думал, что у тебя получится. Вот, держи приз, ты его заслужил. Очень новый предмет, кассета. Лауд... что-то. А. Так. Блин, реально сохранений не было уже 28 минут. Кстати, это 24, это 25. Адрес написан на обороте. R. 35. 35-я квартира. Угу. Эта фотография изображена Клементина из Балтазар. Он сказал нам найти ее, она одна из аутсайдеров. Я знаю, посмотрите, на обороте фотографии так написано ряд символов. Я уже понял, какие. Так, осмотреть. Волюм первый, кстати. Это кассета. Песня называется «Моя видеокарта кричит и кричит». Судя по названию, музыка должна быть громкой. Согласен. Ну, ясно. Клементин живет на третьем этаже. Видимо, там же у нас с вами будет и автосейв. Давайте так хорошенько исследуем второй этаж, перед тем, как туда пойти. Стоп, а в эту коробку я залазил? В эту, по-моему, залазил. Может, кстати, в них по очереди нужно запрыгивать. Кто же его знает. Так, подъем на третий этаж у нас есть с двух сторон, но... А вдруг мы еще в каких-то дверках сможем что-то подслушать? Давайте по баринкам. Вот, видите? Что за шум? Я осматривал все свои подшипники в прошлом месяце. Чувак, ты не поймешь. Что значит из-за... они повторяются, жаль. Ну, видимо, нам наверх, я так понимаю. Креслица. Не самые удобные, но они же роботы. Так, 33, 32, нам туда. Ты кто такой? Четвероногие, издающие милые звуки? Мне нравится эта концепция. Четвероногие, издающие милые звуки. Пойдем в обратном направлении, потому что мы знаем, что нам туда. Вода? Серьезно? Тут мы камеру сломали. Включим музончика. Тридцать четыре. 35. Вот здесь она живет. Ну, то есть мне явно к ней надо проникнуть. Вот сохранение прошло. Отлично. Давайте проверим. Так, 3 секунды. Это у нас квартира Клементины. Тогда на этом мы сейчас заканчиваем. Продолжим как раз с этого момента уже в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.